Сенатор Алибек Наутиев обсудил проблемы в отрасли сельского хозяйства. Фермеры экспортируют дешевое сырье и полуфабрикаты, поставляя импортные товары с добавленной стоимостью. Например, загруженность зерноперерабатывающих предприятий составляет не более 33%. В стране работает только каждая четвертая мельница. Он отмечает, что для поддержки развития зернопереработки в Казахстане необходимо разработать дорожную карту и устранить административные и транспортные барьеры.